Всем привет, с вами Зонг. Сегодняшняя миссия называется просто «На линии огня». После уничтожения флота противника в архипелаге Пиркса и рейдового МФ Танга на север, в котором мы участвовали, пролетели на север континента, раздали всем люлей и улетели. В их действиях наступила пауза. Федеральные силы подготавливают операцию по захвату базы Квебек. Противник производит перегруппировку сил с целью помешать этой операции. ВМФ Папа патрулирует вход в архипелаг Пиркса. ВМФ Оскар проходит ремонт. ВМФ Танго и Виктор блокируют базу Квебек. Наш полетный план. В составе двух перехватчиков произвести взлет в 14.20, следуя указаниям навигационной системы, выполнить патрульный полет. Без приказа не атаковать, особое внимание на зоне вокруг перевала. Это наиболее благоприятное место для скрытного проникновения штурмовиков противника. Командует Роман Фаер Касаев. Мой любимый спирит нам дают. Good. Это Альфа. Разрешите взлет. Альфа 1. Взлет разрешаю. Альфа 2. Взлет разрешаю. Один из двух, ну хотя бы что-то. Это Джульет, прикрываю правый фланг. Это Кила, вступил в бой. Это Кила. Это было очень близко. Ну, сбили моего ведущего. Да, блин. У меня повреждение. Сильно поврежден. О, помните эту тарелку? Вот она опять.
летающая лаборатория, которую нам показывали на занятиях по тактике. Она лежит на земле и, видимо, получила серьезные повреждения. Это Кило Виктор, Альфа. Вы выполнили задание. Срочно направляйтесь на базу. Да чтоб вас... Чё так ракет мало? Меня продырявили! Что-то треснуло! Заместителю командира флота истребители этих негодяев провести по ведомости, как переведенные в разряд учебных, а потом как учебные цели, уничтоженные в ходе учений. Не хочу огласки этого дела. Странно, никогда бы не думал, что есть перебежчики к таким товарищам, как Виллианса. Вы не хочу, мало знаете об их генетических экспериментах. Ну а на сегодня все. Все, увидимся в следующей серии.